Господа граждане, товарищи, остались билеты на самолет. Вы берете? А? Сколько вам, два? Два. Нет, ну ты глянь, а. На какой главный самолет? Какие самолеты у нас бывают? Ну, правильно, сломанные и не сломанные. Ну, конечно, на сломанные, а. Ну ты глянь на него, а. Он еще раздумывает. У нас вчера самолет сломался, знаешь, как летает? До сих пор никак посадить не можем. Вот так вот и летает, да. Нет, ну ты глянь, а. Я почему знаю, что в этом самолете сломалось? Сейчас узнаю. Алло, Женя, лапа моя, вот тут спрашивают, что в этом самолете сломалось? Что? Двигатель стучит по фюзеляжу? Все, целую. Товарищи, будет громко стучать. Скажите летчику, он это двинет. Из-за такой ерунды столько разговоров. Вот мы, между прочим, вчера воронежский рейс отправляли. Им вообще самолет достался с одним крылом. Ну как у Пугачёва? Летит с одним крылом. Ну хоть бы кто из пассажиров слово сказал. Молча обнялись, землю поцеловали и так же молча улетели. Вот так.